сегодняшний момент структура этого человека делает практически 30% результата их инвестиций общего объема. Это Франтишек Солар. Добрый день. Хороший день. Хороший день, добрый день. I would like to say, I will talk English, and Ineta will translate. Он будет говорить на английском, я постараюсь вам перевести. Да, спасибо, Инета. What I would like to say first, thank you to Ineta, thank you to Irina, Larissa, Vladimir, that I have the possibility to say you some word about how I do the business. Он хочет поблагодарить нас всех названных за то, что у него была возможность сегодня выступить и с вами поделиться с той информацией, которую он подготовил. First, I would like to say just very short statistic. Короткая статистика. We started the cooperation with Skyway Capital in March this year. В этом году, 2016 года, в марте этого года, мы начали сотрудничать с компанией Capital. The number of registered clients in Slovakia and Czech Republic total is 5,000 people. На данный момент регистрации, общая регистрация Словакии и Чехии 5,000 человек. From this, in my organization are 2,600 people. Из них 2,600 в моей личной организации. Monthly turnover in the team in Slovak Republic and Czech Republic over $500,000. И ежемесячные инвестиции за его команду, это месячная инвестиция, это 500 тысяч долларов. Объем. Будет больше. Today I have 24 million акций personally. Персонально на данный момент я владею 24 миллионами акций. And I am on position expert. И я на позиции эксперт. Very shortly, what we have done during the short time in Slovakia and Czech Republic. И очень коротко за это время, что мы успели сделать в Чехословакии и в Словакии. We signed off the Чехии и Словакии. Чехии и Словакии. Yes. We have signed a memorandum of cooperation with Slovak Technical University. Словацким техническим университетом мы заключили договор как меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Тоже мы сказали, что струнные технологии люницкие. After we visit the Minister of Transport in Slovak Republic with Viktor Сергей and Алекс. Когда Виктор Бабурин, Сергей Сибиряков и Алексей Суходоев был у нас в гостях, мы посетили Министерство транспорта Словакии. What we have done, it's very important things that we signed the cooperation with Golden Rope Academy. This is academy which teach our people for everything which is needed to be done and to strongly build company, build MLM, build net, everything. You can see here many, many courses which is done by this company. Самое главное, что мы сделали, мы заключили сотруднические отношения с компанией Golden Rope. Это академия, которая предлагает обучение в разных направлениях, в том числе и по развитию сети, команды, бизнеса. И здесь весь перечень, какие разные курсы они предлагают. То есть профессиональный партнер, который обучает команду. Да. We split up the activities on the basis, monthly basis and weekly basis. Мы свой план разделяем на активности в течение месяца и активности именно в период недели, каждая неделя. Every month we organize 2 days conferences in Slovak Republic or in Czech Republic. You can see here, sorry,
You can see here the invitation, how we invite people for these conferences. Каждый месяц мы проводим две конференции или в Чехии, или в Словакии, или совместно, и вы видите на экране разные предложения, то есть как пригласительные информационные, ну, пригласительный материал, каким образом мы приглашаем людей на эти конференции два раза в месяц. This was the first conference in Bratislava in May 2016, the year in Holiday Inn Hotel. The participants were there over 250 people. В мае этого года это была уже первая конференция, и на ней присутствовало 250 человек примерно. И вы видите гости. Вот это первая конференция, которую они создали, организовали. Да. After this, every month I organize the meeting with of group leaders. We have several, many group leaders, and we organize for them the meeting every month. Каждый месяц отдельно организуются встречи с лидерами структур, команд, то есть активными людьми, активными лидерами. It's from the position master and higher. И это, то есть лидерами здесь называются те люди, которые занимают позицию мастер и выше. То есть это как активные организаторы бизнеса, которые объединяются. Also, we organize several special training in cooperation with the Academy of Golden Rope, maybe for the leaders, for the masters. It is the training on the high level. И отдельно организуются специальные обучения для лидеров, для мастеров, для экспертов. То есть это для повышения уровня, конкретно для конкретных групп определенных статусов. И это делается вместе с компанией, с которой они заключили контракт. Also, of course, we have some activities in Arabian countries. We started the cooperation, and I last week received the invitation for the Europe-Arab World Summit, when will be some businessmen and some big project will be discussed. У нас развиваются отношения с арабскими странами, и по специальному приглашению мы, вот уже создано приглашение, мы будем участвовать на таком форуме, да, форуме или конференции, yes. Да, мероприятии, серьезном мероприятии, где приходят разные бизнесмены и представители разных бизнесов, то есть на высшем уровне. Виктор Бабурин will be with me also, and it will take place in Athens, in Greece. Это будет в Атенах происходить, и Виктор Бабурин тоже получил приглашение. Это ноябрь 2020. Ноябрь. Activities on the weekly basis. Все, что мы делаем каждую неделю. First, every Tuesday meeting of regional leaders with Miss Ирина Волкова. Первое, мы всегда лидеры участвуем на вебинарных встречах с Ириной Волковой для лидеров. After this meeting, every time I prepare some list, some message, what we talked about, and I immediately on Tuesday send it to the net. И после получения важной новой информации я всегда оформляю такой информационный лист, который я пересылаю всем своим партнерам. Да. Two times per week I organize Tuesday and Thursday at 8 o'clock evening two webinars. Два раза в неделю я провожу вебинары. Это я делаю по вторникам, четвергам в 8 часов вечера. This is webinar for beginners. И это именно для начинающих партнеров. And Sunday I have technical webinars for the people. И каждое воскресенье я веду вебинар, технический вебинар для партнеров, кто заинтересуется этим. I have to do this. Я просто должен это сделать. And instead this, I have several presentations by week. The less number of presentations, the live presentation is 5. И дополнительно этому я делаю живые презентации, встречи каждую неделю. И минимальное количество встреч, презентаций это 5 за неделю, каждую неделю. Это минимальное количество дополнительно тем, которые организованы для всех вместе. We know that the planning process is very important for all of us. Процесс планирования очень важен для каждого из нас. How I split up the month activities for me personally? How I split up?
what I do. Как я распределяю свои активности и свои действия за это время, за конкретный период? In the first week of the month, I do the registration process with my new clients. The first week. Первая неделя каждого месяца акцент делается на регистрации новых партнеров. Я рекомендую вам записывать это. After I will tell you why. The second week, I organize some trainings, some seminars for these new clients. Вторая неделя – это семинары, встречи и тренинги для новых клиентов. In the third week of the month, again, I register new clients. Третья неделя – это опять регистрация новых клиентов. In the fourth week, I do the same, seminars, training for these new people. И четвертая неделя такая же, как вторая, то есть это много семинаров, обучения и встреч. I would like now show you why I am doing this split up of the month. И я хочу вам пояснить, почему я делаю именно так, и почему я разделяю эти недели и задачи каждой недели. Инета, in previous presentation told that you need to forget the $25 packet for your clients. Я на предыдущей лекции вам говорил, что нужно забыть про пакет $25. But question for you. How many of you, of all of us, you have registered on the first stage, your family, maybe your husband, вопрос daughter, son. Сколько людей из вашей семьи, из ваших родственников зарегистрированы на вашей первой линии? Вот вопрос у вас у каждого и показывает, сколько. Там дочка, сын, жена, муж, бабушка. Да. Супер. You are here. Вот вы здесь. И на первой линии у вас зарегистрированы ваши родственники. Here is my wife. Это моя жена. What I am doing every time, first day of the month. Что я делаю в первый день каждого месяца? Первый день. I buy her $25 packet. Я приобретаю для нее пакет на $25. And pay all. И проплачиваю полностью. What does it mean? Открываю и закрываю. I have 10 sales. И это говорит о том, что я проделал 10 продаж. And I started in second day of month. На второй день месяца текущего. I started with the 70% for all sales, what will be 17? Next, 17. Mm-hmm. On first line, you mean? Yes. На следующий день я открываю такие программы, то есть работая со всеми 17 людьми на своей первой линии. No. When I have done the 10 sales with my wife. Через жену прошли 10 продаж. 10 продаж. It means и это значит, in the second day, что на второй день I получи, я получаю 18% from each. 18% from each. And, статус 18%, то есть я повысил свой статус дохода. I never start with 15%. Я никогда не работаю с 15% дохода. Статус эксперт начинает in 16%. Да, и эксперт начинается с 16%. Second of day in March, in a month, I have 18%. На второй день у меня уже 18%. Я всегда начинаю с 16%, you know, потому что это статус эксперта. Third day, five day, six day, I every time achieve 19% for the other. И в течение третьего, пятого дня я всегда достигаю статус 19%, то есть максимальный себе доступный процент. What is the problem? Many times. The problem is that you achieve your 18%, which is very high, by end of month. Обычно проблема какая у вас в группах, что ваш оборот всех этих продаж собирается на последние дни месяца, и вы достигаете свой высший статус дохода, то есть 18% на последние дни. Think about this. 19% on the bonus account. Думайте об этом, 18% на бонусном счету.
Или 19%? 19%. And 9.5% on the счет account. И 9.5% на акционном счету. То есть 50% до сих пор было, да, на акционном счету. This is the secret how to dynamize your business, how to achieve, how you use the marketing on 100%. Это вам предложение, как активизировать свои доходы, свое развитие и как полностью на 100% воспользоваться инструментом маркетинг-плана. Поняли? What I said here, it is right there. То, что я вам объяснил на доске, то и вы видите на экране. It is why you have to plan every week separately, every month. Именно do поэтому, the right activities. Для того, чтобы получить максимальный результат, вы должны делать правильные действия. Поэтому вы планируете месячные недели по конкретным задачам. Thank you for your attention. Спасибо за ваше внимание.